Так, правила все их знают, правила выхода из квартиры. Как правило, открывается дверь, собака несется как сумасшедшая, бежит играть, она хочет в туалет, она еще что-то хочет, она бежит. Какие правила введете, так все и будет. Очень важно, если эта собака бралась для agility, то там есть одно правило, когда бокс открыт, собака не выходит с бокса, пока ты ее не возьмешь. Это должно быть правило. Его даже лучше держать открытым и приучить собаку, что такие правила. В квартире дверь открыта, собака не выходит. Мало ли кто-то вышел, не закрыл двери. Что, она гулять побежит самостоятельно? Приучать. Дверь открыта, но гулять мы никуда не идем. То есть вплоть до того, что ты дома открыла двери, наблюдаешь за всем, но извини, в коридор нельзя. То есть ввести правила на выход на улицу. Некоторые говорят, ну у нас пропала собака. Я спрашиваю, как пропала? Забыли закрыть дверь. Я говорю, подождите, это пропало или из-за вашей неосторожности собака выбежала познавать мир? То есть пропала и убежала по неосторожности хозяев. Это две разные вещи. И некоторые не осознают ошибки, которые делают, но говорят, у нас пропала собака, ее кто-то украл. Я говорю, как это можно вообще украсть, спланировать, как украсть собаку? Ну это, ну реально, все прикольно. У нас украли собаку. Это как в американском фильме спланировали, целый отряд с вертолетами, сигнализацию отключают, там подразделение подъехало, там три машины специальные, которые следят за хозяином, когда уходит. Спланировали ограбление, украли собаку. Капец, целый блокбастер американский. Для того, чтобы не было неприятных моментов, уровень внимания за собакой должен быть повышенный. Никто не несет ответственности, так как хозяин собаки, потому что когда собака захочет уйти, она уйдет. А если она будет понимать правила, что этого делать нельзя, она не сделает. В общем, выходишь гулять, везде правила. Открытая дверь, я могу выйти, ты не можешь. Только по команде, когда мы идем гулять, ты выходишь, мы с тобой идем гулять. Это очень важно. В общем, вот это зафиксировать. Открытые двери не дают собаке возможности выйти. То есть это, вернее, ее желание выйти только после того, когда разрешит хозяин. То есть ввести свои правила нужно. Это будет правильно.